18 марта Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета отметил свое десятилетие. О создании и о том, какие кадры готовит институт, расскажем в нашем сюжете. Чтобы восполнить нехватку квалифицированных работников в сфере информационных технологий, в 2011 году на базе Казанского университета появилось новое структурное подразделение под названием «Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем». Здесь готовят высококвалифицированных сотрудников, профессионально подготавливая для предприятий в сфере информационных технологий. Наверное, за нас больше всего скажут наши выпускники и студенты, которые работают сейчас. Они работают практически во всех компаниях региона. Кто-то уехал и в Москве работать, кто-то за рубежом, но большая часть все равно осталась здесь, в Казани. И они работают, и значит, их подготовка как раз-таки с университетской скамьи начинается с того, что их вовлекают в проектную деятельность, они лучше понимают индустрию сразу же, да, им преподают их будущие, возможно, работодатели или будущие коллеги. Начиная со второго курса, студенты проходят проектную работу и практику под руководством ведущих специалистов IT-компаний. Работают над исследованиями и разработками в лабораториях, созданных IT-бизнесом и Институтом информационных технологий и интеллектуальных систем. Такой подход к обучению делает студентов востребованными на рынке труда. Если говорить про какой-то хороший показатель, у нас 100% практика студентов, то есть у нас на самом деле, к выпуску большая часть студентов уже работает или имеет опыт работы по специальности. Вот, то есть они уже где-то поработали. Вот, ну и в принципе, как бы очень редко бывает, что студент по окончанию ИТИСа нигде не трудоустроен и не может найти работу. На работу находят все. Самое интересное, это независимо от своих оценок, да, кто-то себя находит в другой области. То есть не обязательно это программирование, это может быть тестирование, это может быть аналитика и многое другое. ИТИС является лидером Татарстана в области практикоориентированного IT-образования. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.